На конкурс дети читают стихи «Зимний вечер» Александр Сергеевич Пушкин. Шакирова Лидия, 10 лет, лицей, село Верхние Кии, Башкортостан. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то как зверь нас завоет, то заплачет от дитя. То по кровле одичалой вдруг соломы зашумит, то как путник запоздалый к нам в окошко постучит. Наша ветка и лачушка и печальна, и темна. Что же ты, моя старушка, приумокла у окна? Или буря завывание, ты, моя друг, утомлена? Или дремлешь под жужжанием своего веретена? Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей. Выпьем с горя, где же кружка? Сердцу будет веселей. Спой мне песню, как синица тихо заврем жила. Спой мне песню, как девица за водой поутру шла. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей. Выпьем с горя, где же кружка, сердцу будет веселей.